классно, Настас, иди вперед, ты левел ап. Папа, папа, я там в интернете такое увидела, идем покажу, пожалуйста, там такая классная Лика. Штука. Ну, я тут кино смотрю. Смотри, там замороженное. Очень интересно, но у меня интересно. Идем, пожалуйста, ты не пожалеешь. Ну, тут сейчас самое интересное будет. Ну, останови. Ну, что там у тебя? Идем, покажу, ты не пожалеешь. Ради доченьки, давай. Я уже жалею. Сейчас опять втянешь меня в какую-нибудь историю. Нет, нормально все. Смотри, как все красиво. Что там? Во. Вау. Видишь? Красиво, это просто бомбезно! Ой, давно такое слово не говорила. Давай пойдем с тобой на улицу снимем. Такой же, ты же супер оператор. У нас с тобой лучше получится. Вика. Ты лучший оператор. Я знаю, спасибо, конечно. Папа, ну пожалуйста, сейчас как раз таки скоро будет весна, и мы не успеем это сделать, если мы сейчас с тобой не пойдем, потому что будет тепло, и такое уже не получится повторить. Придется опять целый год ждать, чтобы снять это видео. Ой, какая ты трандычиха. Ну хорошо, Вика, но у меня есть одно условие. Какое? Давай ты еще придумаешь, какие можно снять красивые эксперименты на морозе. И мы снимем это видео. Yeah! А какие еще бывают эксперименты на морозе-то, а? Я вот, например, знаю, есть эксперимент с мыльными пузырями на морозе. А-а-а. Они очень красиво надуваются, потом лопаются и замораживаются. О, прикольно. Давай, ты придумай еще какие-нибудь эксперименты. А я опять пока кино посмотрю, позовешь меня, окей? Не читер, ты что, читы в реальной жизни скачал? Да, было бы неплохо. Придумали, я с вами. Я еще знаю эксперименты с дошираком и замороженными яйцами. О, крутяк! Если замерзать, то все вместе. Я пошла готовиться и утепляться, чтобы не замерзнуть. Вика, ну мы уже оделись. Ты где? Вика. Все, мы пошли без тебя. Я здесь, я здесь. Я просто новый эксперимент искала и придумала. Знаешь, какой? Так. Я взяла твою футболку мою? И намочила ее. Спасибо. И что дальше? В общем, надо выставить эту футболку на мороз, и она моментально просто замораживается и становится очень смешно. Я хочу попробовать ее. А здесь я такая буду. Все, давай, одевайся быстрее, мы уже оделись. Не прошло и 5 минут, как наша футболка мгновенно замерзла. Я не знаю, буквально, мне кажется, за 2 минуты. Да? Это рекорд. Мы вышли, а сразу замерзла. С ней можно сесть. Попробуй ее поставить. Футболка, киборг-убийца. Прислони ее тогда к стене. Пожалуйста. Все, постой здесь. Давайте, какой будет следующий эксперимент? Мы пингвины, лишь бы не было ангины. А сейчас мы будем замораживать на весу наш доширак. Ух ты! Так, делаем это в первый раз. Ой, запах, запах! Вот так. Ух ты! Вот тут морозище сегодня. У меня уже щеки замерзли. А у меня руки даже они... Есть? Ну что, можно пока приступить к яйцам? Вика, проверь, как наша лапша. Не схватилась еще? О, обалдеть! Замерзла? Она почти замерзла! Мне кажется, еще нет. Она почти замерзла, она твердая. Подожди, не трогай, не ломай пока конструкцию. Пока она схватывается, мы сейчас попробуем эксперимент с яйцом, которое должно замерзнуть мгновенно, да? То есть как на сковородке, она должна побелеть белок. Ты хочешь пожарить яйца? На морозе. Можно я это сделаю? Без огня. Проверяем. Происходит. Подожди, это еще рано. Белеет! Ну, оно белеет, жарится. Обалдеть! Смотри, смотри, смотри. Да, вот здесь побелело уже, так же. Тоненький слой. Ух ты! Что, немножко подождем, посмотрим? Ага. Суть следующего эксперимента заключается в том, что мы берем мыльные пузыри, надуваем, и они моментально должны превратиться в льдышку. Ой. Надо попробовать их надуть еще на морозе. Ой, 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 ой. Улетел. Вот, 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 вот. Смотрите, вот кристаллики. Вот, вот, вот на перчатках.
Так, еще раз. Папа, папа, мой замерз. Смотри, у тебя там видно, нет? Тут красивый узор в виде елочки. У тебя ини на ресницах. У меня, мне кажется, тоже все слиплось. Мне очень холодно. Сопли замерзнут. У меня в пленочку все превратилось. Я не могу. Так, 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 так. Красивый. Опа. О. Есть. Так, наблюдаем. Смотрим. Вот уже. Опа. Ну процесс пошел. Вы видели? Ловлю, ловлю. Маленький. Так, вот маленький. Смотрим. Так, кристаллизуется? Да-да-да-да-да. Я вижу. Вы видите? Чего они все лопаются? У меня только здесь замерзает и все. Сдулся. У меня руки замерзли, я не могу. Я тоже, у меня здесь все замерзло. Посмотрим, что у нас тут получилось с дошираком. Но с дошираком эксперимент удался. Вау! Попробуй поднять вилку. Ну что, давайте покушаем. Угощайся, Вика. Спасибо. Выглядит очень прикольно и смешно. Мэджик! Из последних сил мы уже хотим спрятаться дома от этого мороза. Да, у меня ноги, руки замерзли. Но продолжаем ради вас. Она... Ты его слишком развалила, или нет? Не знаю. Ух ты! Оно сейчас или вытечет, или моментально замерзнет, потому что оно уже начало схватываться. Но вообще я его, конечно, слишком размазюкала. Куда пошло? Стой, 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 стой! Фейл, давай еще одно. Экспериментаторы из нас еще те. Оно внутри замерзло. Яйца замерзли, посмотрите. Желейка из яйца. Боже мой. Яичко, не подведи. Так. Так. Давай, яичко, ты сможешь. Вот так. О, мне кажется, круто. Оставим? Да. Да. Пока оно схватывается, давайте попробуем, что сделать. Эксперимент с кипятком? Давай. О, давай. Сделай шедевр. Давай, мама. Вау! Вау! Еще? Еще, давай слоумо. Так, смотрим, что получилось. Вика у нас замерзла, она уже скачет, прыгает. Не может. Так. Это тоже примерзла. Что? Что примерзла? Пенопласт тоже примерз. Так нам. А, нет, не схватилось. Оно не замерзло еще. Что это? Надо еще полчаса здесь попрыгать на морозе. Кто? Кто смельчак? Нет, я домой хочу. Я думаю, мы это оставим, да? И через полчаса придем. А вдруг его кто-то съест? Не проблема. Нам не жалко. Вику мы отправили домой, потому что очень холодно. Сами тоже дома погрелись, но вышли снова на улицу. У нас сейчас -24. Потеплело. Чуть-чуть, на 2 градуса. И решили повторить трюк с яйцом. Все, закрывай ворота. Давай еще, на всякий случай, еще одно разобьем. О, вот это должно хорошо получиться. Так, а пока наше яйцо застывает, мы сейчас сделаем знаменитый трюк, который сейчас гуляет по всем соцсетям. Это фонтан из горячей воды. Ой, вообще выглядит очень красиво. Посмотрим, получится ли у нас. Только на меня не попади. Со мной до 100, Настас, иди вперед, ты.
Граня ждет, ей не до сна. Настас, иди вперед, ты левел ап. Оставь, ты страх, дойдешь со мной до ста. Бег ускорять, левел покорять. И потом сто раз это повторять. Смысл игры так хочу понять. Если ты со мной, дай скорее пять. Посмотрим, что у нас получилось с яйцами буквально. За 10-15 минут, что мы тут находимся. О, ну висит! Висячие яйца! Сейчас главное... В чем это я? Сейчас главное эту сторону аккуратно, а то... Смешно! Все! Слушай, мы с тобой... Это смешно! Почему ты решила, что надо два яйца заморозить? Я сделала на всякий случай, если одно не получится. Да, мать ты даешь. Это очень смешно. Ой, я даже согрелась от смеха. Ой. Это как выпученные глаза чьи-то. Да, и чуть не хватает. Все сможет.